Я! Сажусь в такси, надеваю наушники. Таксист, который не знает, как мне сказать, что на самом деле он владелец Apple? Чё? Toyota. Последний урок информатики в 11 классе заканчивается. Я, который пытаюсь выловить момент, когда можно будет спиздить оператив. Я люблю макароны и сосиски. Мы с мамой приходим в дорогой ресторан. Официант, что будете заказывать? Я с нулем IQ, который всю жизнь жрал только в школьной столовой. Я люблю макароны и сосиски. Макароны и сосиски я люблю. Макароны и сосиски. Макароны и сосиски люблю. Макароны и сосиски. Макароны и сосиски. Че? Когда узнал, что первым уроком физра? Песня на китайском грустная, депрессивная и полная смысла. Как эту песню слышит русский? Осуждаю. Осуждаю. Поп, я на уроках алгебры и геометрии. Бля, это я на любых уроках. Ну, когда, тогда, когда я учился. Я говорю фразу «Ананас упал, ананас». Блять. Иностранец, который учил русский 8 лет. Да тут даже я как бы с рождения русский немножечко. Ананас упал, ананас. Блять. Пиздец. Тупо отдыхает. Тот самый чел на физре, который никогда не берет. Вот это я, блин. Когда мама вытерла стол той самой тряпкой. Мама зовет меня по фамилии, я идущий к ней, понимаю, что мне пиздец. Чё? Меня никогда по фамилии не называли. Работодатель на собеседовании. Зарплата от 100к, также работодатель через месяц после работы. Это же украинский вроде, нет? Купи. Вот. Я! 40 минут, не знаю, что писать на контрольной. Также я! В последние 5 минут, когда до меня дошло. Заебал с памятью, дурачок. Когда шаурма получилась говно, но делаешь вид, что она вкусная, потому что у таджика, который ее сделал, огромная кувалда на столе. Бля, чё они жрут? А кто-то, почему ты стал всего бояться? Также мой друг на своих похоронах. Всем привет, тебя подписчики мы! Кто это, блядь, был вообще? Учителя не матерятся, чтобы их не уволили. Трудовик, когда я отпилил на 1 миллиметр криво. Какой разница, ёбаный насрал? Ёб твою мать, блядь! Ёбаный! Ебать! Ой, блядь. Тяжело. Когда покакал, уже вытер жопу, понял, что не докакал, и теперь решаешь докакать или... Тяжело. Пососи член и передай всем, пусть тоже пососут, и так будет с каждым, и с каждой.
Что это такое? Бля, что это такое? Что это за штука такая? Чё, блядь? Я обижаю учителя. Также учитель вечер. А, вот как выглядит электронный дневник. Я просто никогда с этим не сталкивался, никогда этим не пользовался. В мое время он был бумажный. Фу, блядь. Во всех школах нормальные повара, которые вкусно готовят, повару... Где? Обе щеки и просят потом добавки. А готовить его одно удовольствие. Сейчас узнаем, что же такое реп и хип-хап. Хип-хап. Привет, как тебя зовут? MC Yo. Это же самый опытный репер России. Слушай, сколько ты этим занимаешься? 20 лет. Строители работают по 14 часов в день. В дневную и ночную смену. Надрывает здоровье. Я, который еле-еле перевернулся ночью с одного бока на другой. Тяжело. Тяжело. Это я, который постримил 5-6 часов, офнул и после стрима сижу. Тяжело. Тяжело. Ну, вообще-то реально тяжело, блять, извини меня. Давайте не будем обесценивать чужой труд. Морально тяжело, да. Физически, может быть, конечно, легче, чем на стройке какой-нибудь. Но морально реально тяжело. Выгораешь жестко. В том числе и становится не просто физически, когда ты, блядь, вымотан морально. Путин по совету А4 нажимает на красную кнопку. Чё, блядь? Кто нагло я? Бабка в автобусе, уступи место. Я пенсионерка, я. Нет, бабка, да кто ты такой, а? Я. Я Человек-паук. А прикинь, ты реально Человек-паук. Я вызываю шлюху на час. Также она в течение оставшихся 59 минут. Что делать-то будем? Не знаю. Кто сказал, что решает масса? Решает весь твой ствол пластмасса. Я твой стресс, это опасно. Лишил их кэша у твоего богатства. Говорю маме, что не буду убираться в комнате. Мама идет к компу. Я. Ну вот, хоть шутить не разучился. Юмор — это хорошо, это полезно. Чё, блядь, чё это за игра такая? Почему ты не доедаешь тот борщ? Так же я после этого Ты сидишь на физре со справкой и дразнишь одноклассников. Эй, сука, осуждаю. Если друг не смеется, ты включи ему солнце, ты включи ему звезд. Я в будни дни, когда будильник прозвенел уже в 5 раз. Я в воскресенье в 6 утра, когда даже не ставил будильник. Не, у меня по-другому бывает. Типа я... Бывает как бы как. Ну, бывает вот так. Не, на самом деле бывает такое, что ты типа ложишься поздно. Там в 5-6 утра. И просыпаешься где-то часов в 11 утра. То есть, ну, вроде как бы мало поспал. Ты такой просыпаешься, бодрый пиздец. Такой думаешь, бля, нифига себе, классно. Но тебя хватает буквально на час-два. Ну ладно, на 2 часа. Окей, на 2 часа. И через пару часов ты все. Тебя резко так хуяк и опять начинает вырубать. И я такой, в смысле? Прошло только 2 часа. Сейчас час дня. Почему я начинаю уже вырубаться? Почему я уже настолько уставший, как будто бы я не спал целые сутки? Какого хуя? Что за хуйня? Так, блядь. Да не ББ, я здесь! Я просто вот что взял. Видали, что есть? А еще знаете, что есть?
Как у гоблина, да. Только серого цвета. Вертолет просто летит. Я. Вот это пиздец. Яха, блядь! Просто я играю в Майнкрафт. Эндермен хочет тут напасть. Я ему это не дам. Грифер, уходи отсюда сам.